Комарова продолжает собирать творческую интеллигенцию. День легендарного поселка отпраздновали в курортном районе. Хочу сказать и поздравить вас с праздником. День поселка. Хочу вам сказать огромное спасибо за письма, за любовь к своему поселку, к своим людям, ко всем проблемам, которые в течение года вы пишете в адрес законодательного собрания Санкт-Петербурга. Это особое место, особая часть нашей страны, нашего города и, наверное, всеми очень-очень любимая. Как замечательно нас встретили сегодня музыканты. Свиридов, что-то из прекрасного городского шансона, который шансоном ты не назовешь, настолько он высок, как песня Табачникова. Про поцелуев мост, в ней столько смыслов, столько чувства, столько философии. Мы приходим на землю телесными. И в процессе нашей жизни, соприкасаясь с нашими родителями, с друзьями, с наставниками, с книгами, мы становимся духовнее. Но кто как, по-разному. Книга, на мой взгляд, самое главное, что есть для того, чтобы быть духовным. В книге отображена вся духовная и материальная культура. Основная часть праздника развернулась рядом с поселковой библиотекой. В этом году под девизом мероприятия «Сохраняя традиции» большинство из гостей пришли в платьях и костюмах белого цвета. Гостями праздника стали литераторы, историки, музыканты и просто те, кому не безразлично Комарова. Сопровождали и наполняли день праздничной атмосферой выступление музыкального трио «Вдохновение». Также гостей ждал интерактивный квест для детей «Батут», «Аквагрим», «Угощение» и «Подарки». Странно! Я вас люблю. Когда же это она успела полюбить? Удивительная женщина. Полюбила. Так, с бухты-бара. Даже не познакомившись и не узнавши, что я за человек. Должно быть еще слишком молода и романтична, раз способна влюбиться с двух-трех взглядов. Но кто она? Кто она? Участники творческой мастерской Бориса Бирмана разыграли перед зрителями театральную зарисовку по рассказу Антона Чехова «На даче».